Поклевка. Есть поклевка, вот. Тянет. Он как тянет. Есть. Есть. Не знаю, хороший или нет. Есть. Поклевка. Есть. Еще один. Опять фартануло. Хороший там поход делал. Он гнет удочку. На тонкую снасть сделал. У меня этот отвалился сачок. Подсак отвалился. Так, надо сейчас мне подсак собрать. У меня подсак-то развалился. Ешкин, матрешкин. Так, сейчас. Так можно и рыбу проворонить. Вон как гнет. Сопротивление хорошее там. О, карп там есть. Есть карп. Так, здесь мелко. Здесь что-то мелко. Здесь мелко, блин. Не знаю, как его здесь взять. Еще удочка тонкая, неуправляемая. Сейчас попробую сам вот в сапогах встать. Мелко здесь вообще. И карп хороший там. О, хороший там, пятерочка. Вон как фрикцион тянет, вон, разматывает. Пусть встанет чуть, походит сейчас. Хорошенький. Вот это рыбалка сегодня, ё-моё. Вот это рыбалка. Вот это сегодня рыбалка. Красиво, да? Хоп. Очень красиво. Круто. Вот это фартит сегодня. Хороший карпуша. Ладно. Спасибо то, что... Молодец. Вообще. Фартовое окружение тоже. Тоже влияет. Сейчас скажу, сколько весит. Он как засекся. За нижнюю губу засекся. Вон в мясо прям вошел вон. В нижней губе крючок. Вот по нулям, сейчас взвесим его. У меня еще сачок развалился. Палка отвалилась, я одной рукой рыбу вытаскиваю, другой сачок собираю. 2, 4. 4 килограмма 85 грамм. 4 килограмма, короче. Четверочка. Ладно, спасибо. Спасибо и Посейдону. Класс. Вообще класс. Маленькая мышка. Маленькая мышка, смотрите. Какая прикольная мышка вон кушает. Видно? Маленький мышонок. Прикольный. Сейчас камеру сниму, попробую снять его. Такой прикольный, маленький, вообще малыш кушает. Перловочку кушает. Такой, почти такой голодный поход делает, даже не боится. Вон. Обжора. Обжора, да, вообще не боишься, смотрите. Прям впритык камеру поставил. Вообще прикольный. Вот это да. Ой, на меня побежал, даже моей руки не боится. Кушает перловку. В каше там перловка была, упала. Кушает. Обжора маленький, обжора. Ты обжора что ли? Да, обжора.